Губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме рассказал, как в нашем регионе увеличится пособие на питание для школьников из многодетных и малообеспеченных семей. С 2008 года в Самарской области изменилось многое, но размер пособия на питание школьников из многодетных малообеспеченных семей оставался неизменным – 350 рублей в месяц. Согласитесь, сумма по нынешним меркам смешная. Ранее поручал Минсуд демографии разработать законопроект по увеличению пособия на питание в два раза. А теперь депутат депутаты Губернской думы утвердили предлагаемые изменения. Теперь 14 тысяч ребят со всего региона будут ежемесячно получать по 700 рублей за счет средств областного бюджета. Работа по увеличению мер социальной поддержки продолжится, рассказал Дмитрий Азаров. Блогер Ольга Паулова рассказала, как прошла первая в Самарском онкодиспансере большая коллегия Минздрава и что это дает обычным гражданам. Решались главные задачи для успешного развития медицины в Самарской области в узкой направленности – онкология. В первую очередь самый главный вопрос – это кадры. Как я уже писала, на оборудование и открытие первичных звеньев медучреждения выделяются беспрецедентные деньги. Будет поставка самого передового оборудования. И сейчас встанет один вопрос – кто там будет работать? Про города понятно, врачи с радостью пойдут работать. Но что делать в отдаленных уголках Самарской области? Какая мотивация для переезда из города в районный центр? Прежде всего, жилье, которое при работе в этом центре перейдет в собственность через 5-10 лет. Социальные ништяки для молодых. Обучение ребят из этих районов с распределением потом к себе на родину, пишет Паулова.